Студентка 4-го курса Института физики, лаборант Центра квантовых технологий Казанского федерального университета Анеля Кадикова вошла в число победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». За свой проект «Разработка гетероструктуры для магниторезистивной памяти» Анеля получила грант в размере 1 миллиона рублей. Подготовка проходила, исходя из прошлых каких-то разработок, из моей непосредственно курсовой работы, решали, что будем пылить, какую пленку делать, какую гетероструктуру делать, разработали небольшой план, проект. Про бизнес-план, конечно, это в большинстве своем это моя какая-то идея, мои мысли, мое видение. Проект предназначен для производства энергонезависимой памяти нового поколения. Такие надежные устройства памяти будут хорошим подспорьем военным для хранения баз данных. Также они могут использоваться для информационных систем, систем искусственного интеллекта в мобильных устройствах. На данный момент одним из основных производителей магниторезистивной памяти является США. Разработка представителями КФУ нового перспективного наноматериала для создания такой памяти будет способствовать развитию отечественной IT-индустрии. Мы привыкли, что все элементы памяти, они полупроводниковые. Они состоят из транзисторов, в общем, основаны на явлениях, которые связаны с электронами, с электричеством, как таковым, связанным с движением электронов. А здесь мы предлагаем такую идею, что у нас будет храниться информация не как движение электронов, не как какое-то значение тока, а в виде направления на магничность. Напомним, что данный конкурс направлен на создание в университетах мест запусков стартапов, а также для стимулирования молодежного предпринимательства в России. В конкурсе «Студенческий стартап» могут принять участие учащиеся вузов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Конкурс проводится Миноборнауки России и Фондом содействия инновациями. Аделина Абдрахманова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.